стал пожарный. Мы так с вами лихо начали это фестиваль, что даже как-то не представились друг другу. А давайте представимся друг другу. Вы кто, барышня? И почему здесь все подошли? Я певица Лесь Ярослав, Сарас Сахаличин. Вообще, как бы обычно, по званию, а сегодня, ну раз уж такая жара пошла, можно просто шурить. Шурик, вы будете сегодня меня охранять? Вы знаете, в принципе, Леся, раз уж что-то такое происходит, вы, главное, не беспокойтесь. Я буду находиться рядом. Всех, конечно, безопасностью обеспечить я смогу, наверное, вряд ли. Но вот вас затушить, если что, я смогу, да. Затушите меня, если что, потому что я очень волнуюсь, когда вижу отчаянных, смелых людей, которые могут укрощать огонь, и вообще ко мне я отношусь очень осторожно. Замечательно. Ну что ж, а это мы будем продолжать двигаться дальше. Давайте. В нашем фестивале, помимо огненных и зажигательных номинаций, есть номинация «Лучший уличный перформанс». И следующим участникам не понадобится пожарный надзор. Я приглашаю на площадку команду независимой клоунады «Дождь». Друзья мои, громче! Встречайте артистов громче! Эй! Thank you.
mystery. I'd like to use this plump little morsel of a mortal to suck a pillow. Ну что, люди, ваши аплодисменты, ваши горные аплодисменты замечательным слышным людям. Дорогие друзья, что так тихо, давайте погромче. Давайте подожжем как следует. Вон там тоже, давайте погромче, не молчим.